Добрый день, кто смотрит это видео. Вот у нас октябрь, конец октября, 31 октября. А погода прям... снега даже нет. Бегу к маме в гости. Столько много я пропускаю. Вот у нас дворы. И вот сделали детскую площадочку. Вот с таким покрытием. Красиво. Красиво, конечно. Прям застраиваются. Так, у нас массивы быстро. Это район Березовой рощи. Мне нравится. А еще сейчас мы посмотрим расцветай на Гоголя дома. Ну, прям сказочные дома. Я раньше думала, вот эти девятиэтажки суперские, да? Ну, в свое время, когда там мне было, я не знаю, 30 лет. А сейчас я понимаю, что уже тут суперского ничего нету. Сейчас строят очень красивые дома с панорамным видом, прям куда с добром. Сейчас вот пройдем по Гоголя, где строятся три таких дома здоровых. Называется это «Расцветай на Гоголя». Есть и «Расцветай на Маркса», по-моему, уже. Вот там вот впереди. Это тоже наш новый дом покрасено. Это я вот к маме сейчас туда пойду. Вот это вот позорное, где без окон, это ветеринарка у нас Дзержинского района была. Замухрышка. Ну, а дома тут уже замухрышные. Ну вот смотрите, вот он, «Расцветай на Гоголя». Это вот первый дом. Он уже, видно, сдается, облагораживается. И за ним строится вот следующий, второй вот такой дом. Сколько же здесь этажей? Господи, 2, 4... Ой, сбилась, короче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, примерно, я не знаю, я насчитала 26 этажей. Вот второй дом за ним, да? И вот дальше тоже третий дом. Ну, вот идет уже облагораживание дома. Вот он, дом с этой стороны. И мы научились строить, однако. Идем. Сейчас маму попроведаю. Вот это тоже уже давно дома настроены. Ну, а вот здесь это молодой сравнительно массив. Там я говорила как-то, что у нас были гаражи. И это место теперь обустраивается вот такими домами. Вот. Ну, а это вот... Сейчас я развернусь маленько. Вот строительство вот таких многоэтажек. У них и территория елками засажена, и будет... плиточка прям выложена, дворы закрыты будут. Посмотрим. А вот эта школа, в которую я пошла в первый класс. Это была школа 82. Это был госпиталь во время войны. Ей уже очень много лет, она старше меня. Она была настолько замухрышная школа, уже старое, перекрытия деревянные. Но вот в нее вбухали денежку, и ее теперь отстроили. Я думаю, там очень красиво. Я уверена просто в этом. Потому что вот это все пристроено. Вот эта вся пристройка. Не знаю, что уж там. Конечно, было у нас праздник выпускников, но я не попала туда. Почему? Объясню. Я после 8 класса перешла в другую школу, 21-ю, тут у нас тоже рядышком.
Ну, 10 проходили мои начальные стадии, где я брала, где я вырывала листочки из дневника. Мама уже нумеровала их, приходила, листочка нет, говорит, вырывала. Я говорю, нет, вырывала, нет. Я говорю, значит, ошиблась, наверное, когда писала нумерацию листочков. Вот такая я была, ну, вруша-врушей. Друзья у меня, мальчишки были, такая разбитная девочка была. Вот она, Гоголя, 195, школа находится. Ну, сейчас ребятишки закончили, наверное, уже уроки идут. Ну, а мы идем дальше, к маме. Территорию хочется всю посмотреть. Попозже пойду схожу, посмотрю все-таки. А вот там, сейчас маленько, не буду дорогу переходить, а вот там голубятня. Вот сколько я себя помню, дядька занимался голубями. Тут немножко осталось гаражей и занимался голубями. Наверное, уже этого дядьки нету, потому что я знаю, что он уже взрослый был, когда я маленькая была. Кто там сейчас занимается, не знаю, но голуби там точно есть, я могу сказать. Но это практически улица Гоголя, конец ее, да? Здесь вот у нас отель Аванта. Ну, уж не знаю, есть ли кто в этом отеле. Ну, есть, наверное. Как-то стоит он не у места для отелей. Здесь и проводят встречи, и банкетные залы есть. И вот даже обеды 249 рублей. Как-то он вот, ну, не у места, мне кажется, стоит. Оживленная у нас тут магистраль. Ну, а вот этот дом моей юности, моего детства, и строил этот дом папа и мама мои. Конечно, уже много-много в этом доме людей, кто умерло, потому что они строили этот дом от завода электроагрегатов, когда работали, когда был у нас этот завод. Многие уже ушли, многих нет. Ну, мама осталась так, пока живет в этом доме. Идем проведывать ее. Строили они этот дом давно, конечно, работая на заводе электроагрегатов. И в свободное время они ходили на стройку вот этого дома. Здесь им выдали квартиру. Папе, конечно, на выбор. Потому что, ну, он и передовик был, в общем-то, и пользовался уважением, авторитетом. Поэтому он выбрал квартиру, она видом во двор. И вот так вот живет этому дому уже 62 года. Здесь бутылки принимали. Сейчас носятся машины по двору. Я смотрю и просто глазам не верю. 31 октября. Вот видите, почки распускаются. Видите? Это же надо. 31 октября, Сибирь, Новосибирск, да? Вот кустарник и почки на нем распускаются. Вообще этот год снег выпал, думали, все. Нет, все порастаяло. А сейчас вот какое чудо. Вот такой белоснежник мне очень нравится. Но он эффектно смотрится, когда снег. Ну, сейчас снега нет, но тоже красиво смотрится. Только листья пожухли, а так он красивенький. Вот такие вот на нем ягодки. Кустик нарядненький, прям как невесточка. За
Пойдем в наш фикс прайс, посмотрим, что здесь. Но мне особо не нравится, хотя и выставляют обзорчики. Мне нужна одна вещь. К Новому году уже готовы магазины. Такие цены. Мышка-весюлечка красивая. Бабочки. Шары. Такие шары есть. Баночки такие красивые. Снег-спрей. Это для упаковки наборы. На день рождения стаканчики, тарелочки. Такие все наклейки. А мне нужно дальше. Картины, пряжи. Здесь билиберда всякая. Так, мне нужно... Вот мне нужна гель для очистки труб. Она стоит 55 рублей. Я ее, конечно, возьму. Крем для рук. И для ног. Мыло жидкое. Шампуни. Да. Сахар. А трубочки для молока, кстати, давай тебе одну возьмем. Молока потом надо будет. Еще для автомобилей тут есть. Смазки. Такие отверточки. Вот такие вот скатерки, тряпочки всевозможные, перчаточки, мочалки. И я возьму вот такие вот мочалочки сейчас. Попробую ими попользоваться. Ну и пакеты. Такие швабры. Ну все. Идем на кассу. Вот такой кухончик купила и для труб. И у меня чек составил. Сейчас посмотрим. Так, и чек на это 106 рублей. Посмотрим вот эти кухончики.